На кадрах урок ОБЖ, но только не для школьников, а для людей солидного возраста. Одна из курсисток, а именно так они себя здесь называют, рассказывает об опыте работы военным переводчиком. Все 20 участников лекций – это пилотная обучающая смена первого в России Серебряного университета круглосуточного пребывания. Стартовала она 17 декабря. Что такое Серебряный университет? Это в первую очередь новый вид работы с нашим старшим поколением. То есть мы по просьбе наших ветеранов, наших людей создали несколько направлений, по которым мы будем давать новые навыки, знания людям, которые приезжают к нам. Прежде всего, это навыки в области культуры, искусства, краеведения и компьютерной грамотности. Приобщают серебряных студентов и к здоровому образу жизни. Живут, обучаются и оздоравливаются пенсионеры в течение 10 дней на базе пансионата «Серебряный рассвет». Его открыли в поселке Языково Ульяновской области в июне прошлого года. Сам пансионат условно состоит из двух частей. В отделении милосердия проживают на постоянной основе. Как правило, это пожилые люди, которые оказались трудной жизненной ситуации. В отделении «Активное долголедие», на базе которого и открылся Серебряный университет, люди приезжают по путевкам. 18 дней они поправляют здоровье, зимой катаются на лыжах, летом на велосипедах, играют в настольный теннис, круглогодично занимаются скандинавской ходьбой. Самая такая каста, которую я просто хороши от них, моложе становлюсь. Они же мудрые люди, и не то что они у меня учатся, я у них тоже учусь, потому что они, смотрите, такие красивые. Певцы, танцоры, поэты, художники. Я беру большой опыт от их общения. Занимаются курсистки по расписанию. Лекция длится один академический час. Спикеры на курсах – это педагоги из вузов области, а также приглашенные специалисты из соседних регионов. Проводят занятия и пенсионный фонд, и налоговая служба, и вот представители по правам человека, которые будут ставить новое, что чего сегодня волнует наших граждан, где они получат бесплатную консультацию. Ольга Скороходова, руководитель клуба активного долголетия в Ленинском районе в Ульяновске, студентка первого потока, признается, что учиться любила всегда. Из университета курсистка берет максимум информации, чтобы затем внедрить полученный опыт у себя в клубе. Уже не то, что с кем-то познакомились, мы друг с другом настолько сдружились, что вот вчера у нас вот выступал ораторское искусство, мы до сих пор под впечатлением, и это мы обсуждаем сегодня весь день. Серебряный университет только начинает свои первые шаги, однако в дальнейшем в год здесь будут обучаться более 700 пенсионеров. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.